Ребят, привет! Обзор на тормозные цилиндры Fenax. Это передние тормозные цилиндры, вот внутренний правый и внешний правый. Ну, соответственно, левый у меня точно так же есть. Значит, распаковываем. Здесь вот стоят качество Fenox, гарантия, Fenox, гарантия, сервис и так далее. Здесь есть... Что тут инструкция, да, этикетка, что тут требования безопасности, описан материал корпуса, из чего сделанный, гарантийный талон и описание детали. Значит, сам цилиндрик, вот он, это получается внутренний, выполнен довольно-таки качественно. Здесь вот написано Fenox, да, и сплав алюминия 35 марки, аккуратно сфрезерованы. Вот здесь красиво все, вот эти вот отверстия под направляйки, да. Сам вот этот вот квадратный профиль для установки в суппорт тоже сделан довольно качественно, выфрезерован. Так радует, что в комплекте есть пружинка со стопором, которая вставляется вот сюда, вот, да, что ее не надо отдельно искать. Вот. И это у нас получается внутренний цилиндрик. Здесь ставится тормозной шланг и трубочка. И вот у нас второй цилиндрик, который наружный. Тут все то же самое. Вот, точно так же в каждом обязательно есть пружинка и стопор. И на наружном цилиндрике уже в комплекте идет штуцер для прокачки. То есть все здесь комплектно купили и поставили. Дальше вот у меня подготовленный уже суппорт, да, для установки. Я уже примерял. Так. Наружный, все правильно. Он сюда входит очень хорошо, плотненько, то есть не прослабленный. Вот я его, значит, направляющий попал. И дальше это дело забивать надо аккуратненько резиновым молоточком. Вот, то есть здесь будет сидеть хорошо, болтаться не будет. Поэтому, если вы ищете недорогое решение для, и качественное решение, и недорогое для тормозов на классику, советую вот такие вот тормозные цилиндры. Они ходят хорошо, проблем с ними особо нету. Значит, по поводу сборки всего Жигуля, смотрите видео «Все остальные» у меня на канале. Там рассказывается, как собрать качественные Жигули, чтобы они хорошо ездили, не ломались, не доставляли неудобств. При этом они будут довольно динамичными. Вот, скажем так, качественный городской корч из Жигулей. Поэтому подписывайтесь на канал, смотрите все видосики. Всем удачи, пока, до новых встреч.